Всем привет! С вами Федор Досумов. Как ваше настроение? Надеюсь, отлично. И сегодня вас ждет достаточно необычное видео. Хотя сначала была идея сделать стандартное, где я просто играю на гитаре. Но в творческом процессе я все-таки решил это сделать вместе с вами. Итак, это видео я разделил на две части. В первой части мы будем с вами изучать принципы работы и инструменты в моей новой студии. А во второй части, в музыкальной, мы с вами что-нибудь создадим. Где мы с вами? И что это за место? Я бы назвал это первый экспериментальный мир, созданный в этой студии. То есть таких миров может быть множество. Здесь, кстати, все подвластно законам природы. Здесь есть солнце. Мы с вами, кстати, находимся на острове, я вам открою секрет. Там за скалами находится океан и еще несколько островов. Но вы все это увидите чуть позже. Главный плюс этой студии – то, что здесь все происходит в реальном времени. То есть я так же, как и вы, вижу эти скалы, я вижу этих насекомых. Я могу просто нажать им кнопки REC, запись, записать какой-то музыкальный отрывок. Так, как мы с вами это делаем на телефон. Если вы заметили, во всех моих прошлых видео, в которых я записываю какие-то сольные куски произведения в студии, видеоряд, настроение видеоряда абсолютно не сходится с настроением музыкального произведения. И эти видео просто очень сильно похожи друг на друга. Мне стало это очень сильно не нравиться, когда даже так напрягать. Я задумался, как же сделать так, чтобы, придя в студию, включая свои любимые приборы, взяв гитару, нажать кнопку «Запись» и начать записывать произведение, но при этом визуально находиться не в студии, а совсем в другом месте или в другом мире, который максимально бы к своему настроению подходил бы к музыкальному произведению. Я, кстати, хочу поблагодарить своих друзей. Это Сергей Лукин, мой друг детства из Ташкента, за помощь в создании этой студии. Также я хочу поблагодарить Женю Косенкова с группы А-студио за предоставленную камеру, на которой мы сейчас все это наблюдаем. И также я хочу поблагодарить звукорежиссера Семена, который сделал мне изоляцию в этой студии, которую, к сожалению, вы не видите, но она есть, поверьте мне. Ну что, значит, сейчас у нас в этом мире день. Я, значит, начну играть какую-то импровизацию. Это не заготовленное какое-то произведение, а просто начну импровизировать с каким-то настроением. И мы с вами, как художники, начнем, используя инструменты, то есть, например, солнце или какие-то туманы, мы начнем с вами рисовать, создавать настроение, максимально приближенное к настроению моей импровизации. И так как это экспериментально, это первое мое видео, я надеюсь, у нас что-то с вами получится.